Я не могу! Я не могу! Всех приветствую, дорогие зрители моего канала, с вами снова я, BlackSoftMinty. И сегодня, как вы уже поняли по моему внешнему виду, мы будем делать реакцию на финальный трейлер фильма «Защитники». Мерч пригодился, который мне дали. Если кто не знает, я встречался с режиссером фильма Сариком Андреасяном, много чего знал, хотел сделать отдельный ролик про это, но потом подумал, кому оно надо, да и ничего не сделал, знаете. Но зато вот футболочку дали, такой, видите, защитник, видите, у меня футболка с медведем, мать его, конечно, выходить гулять я в ней не буду, как и в этой кепке. Не смешно. Ладно, сегодня мы посмотрим финальный трейлер. Давайте уже начнем. Я больно много уже зарофлил. Блин, больно много я рофлю этот фильм. Слишком смешно. Я не могу. Мне очень смешно. Я не могу так сидеть. Давайте быстрее посмотрим трейлер и разойдемся. Кстати, досмотри ролик до конца, потому что у меня этой херни еще есть, понимаете? Разыграем в конце ролика. Посмотри, будет розыгрыш. Давай. Начинаем. О, Останкин. Интересно, они хоть будут объяснять, зачем они Останкина везут к Москоу-Сити? Тупо поржать? Вы сейчас увидите и услышите. Может повергнуть вас в шок. Да я уже в шоке от этого фильма. Столица уже серьезно пострадала. Как же он смешно передвигается. Ну, на самом деле графон топовый, ничего имеем. Чего они по балке шли там? Кого он создал? Ой, жестоко. Махач Москва в Сити. О боже, молнии за до премьера. Эти люди — наша единственная надежда. Не сомневаюсь. Медведь! Прекрасно. Мать моя родная. Это что, второй медведь? Способности ты восстановил. Ну и что это? Ни хрена она мочит. Но на тёлку можно посмотреть будет. Так же я неплохо варю борщ. Это другой медведь. У неё свой личный медведь будет. Да, мощно. О, или это он до конца трансформируется в медведя? Ну это такое. Такое развлечение, конечно. Я, наверное, первый пиар-менеджер, который фильм пиарит и в то же время обсирает. Ну, типа... В общем, ребят, я посмотрел новый трейлер «Защитников», ну, точнее, не новый, а финальный. Как вы видите, я главный фанат «Защитников», вы, наверное, уже догадались. Но так, понимаете, все фанаты, именно истинные, всегда начинают ныть, если что-то не так пойдет по канону. Но так как канона здесь, в принципе, нету, потому что это первый фильм, поэтому я буду ныть без канона. Это, ну, так, ну, понимаете, так, лично с... ну, я как фанат франшизы, мне не нравится, что они с ней делают сейчас. Это абсолютно неверный шаг. Ладно, я очень жестко дорофлю фильм. Надо перестать это делать. Короче, графон оставляет желать лучшего. Сарик, когда мы с ним базякали, сказал, к январю все будет. Ну, вот он, январь. Это графон. Графона нет. Где он? Ну, конечно, Музон в трейлере, ну, щелкунчик, серьезно, щелкунчик. В
конце щелкунчик, да чё, рехнулись. Могли... Вот в предыдущем трейлере был графон... Ой, не графон, а этот графон там был хуже. Тут хоть пофиксили чуть-чуть, там есть... Но этот, который, короче, который этот... Паук-робот, это было смешно, о, ор. Второй какой-то медведь, этот Арсус, который эволюционировал, что это, покемон? Или что, я не понимаю. Ну вот, короче, Сари говорил... Я сейчас хочу что сказать. Он, короче, сказал, типа... Ну, они уже фильм, он уже, по идее, должен быть доделан. То есть уже он сказал, к январю все будет, мы пойдем в Netflix показывать. Если Netflix пустит этот фильм, то есть будет новость, что Netflix разрешили показ защитников на Netflix, потому что он сказал, типа, защитников в Америке крутить не будем, это дорого. Он на Netflix, продадим Netflix, и нормально будет, типа. Если они купят, то, знаете, 5 баллов точно есть у этого фильма, потому что Netflix сам там кое-какие фильмы еле снимает. Там были моменты, когда он дичь снимал, короче, я не знаю. Но если Netflix купит, а хотя он, по идее, даже если фильм говно будет, купит, потому что, типа, американцы там его зачем-то хайпят. Зачем? Вот, ну короче, он еще, Сарик сказал, что вот эта, которая главная героиня, я не знаю, забыл ее имя, даже не знал, серьезно. Короче, они как увидели ее, они сразу поняли, что она та, кто им нужен. Ну, судя по вот этому, ну понятно, сразу стало, как они ее увидели, тогда да. В общем, на этом все, трейлер, в принципе, я не знаю какой, я не знаю. Но графон мне не нравится. Мне не нравится графон, хотя он вроде и стал лучше, но такое... И музон, как по мне, они подобрали неверный, предыдущий трейлер был круче. Надеюсь, они объяснят, зачем Останкина везут к Москва-Сити. Вообще, они, надеюсь, объяснят сюжет, а то фильм без сюжета мы уже проходили в феврале прошлого, и в марте прошлого года был такой. Ну и в феврале был такой. В общем, что хочу сказать. Если вы хотите вот такую вот кепочку, вот такую вот кепочку... Вот такой вот неофициальный комикс, но они его зачем-то распечатали, вот такой вот. Я тут, вот здесь вот. Где я могу? Вот тут. Я ставлю свою роспись, ну даже при вас оставлю. Где маркер, блядь? Нашел. Поняли? B.I. Black Infinity. Я крутой. Все, короче, вот комикс, кепочка. Так, где маркер, как закрыть? Вот так вот. И футболочка. Вот. Короче, комплектик. Комплектик. Будет идти вам ровно комплектик, то есть футболочка, кепочка и вот этот вот комикс с подписью. 5 победителей. 5 победителей. В общем, все, что нужно вам сделать, чтобы получить эти 3 замечательных, роскошных предмета, это подписаться на мой канал, подписаться на мою группу, там сделать репост. И, короче, вот обязательно репост сделать обязательно. Я буду именно в группе выбирать репост, потом в прямой трансляции писать людям, чтобы они кидали свой канал, открывали фид, если что-то там будет. И там мы уже будем смотреть, короче... ну, типа, есть у них подписки на тот или иной канал или нет. В общем, вы поняли, подписаться на мой канал, подписаться на канал спонсора и подписаться на группу и там сделать репост и ждать итогов. 2 недели я вам даю на этот легендарный, легендарный конкурс. 2 недельки. И вот через 2 недельки подведем итоги, и потом как-нибудь я эту дичь вам вышлю в козы-мурлы. Да. Все, ребята. Давайте, жду вас участия в конкурсе. Ну, просто мне эти предметы как раз давали на конкурс, а я этот хотел себя оставить, но тут выпал шанс разыграть. Разыгрываю. Кто хочет, пожалуйста. Я только за. Все, давайте.